Смотрите в этом видео. Мне уже не терпится узнать, что там с Мэй произойдет в бой. Ты куда? Ты вернись, пожалуйста. Я же хочу тебя победить. Ты куда улетаешь-то? Перфект. А у меня инвертировано, видимо, управление. Да, это опять перфект. Вот так-то. Держи, бомба. Взорвись. Третий перфект подряд. Это просто... Не-не-не-не-не. Красная зона, вы серьезно? Кия, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, мы продолжаем с вами играть Shadow Fight 2, продолжаем проходить этот путь за Мэй. Ну а на сегодня самый топовый комментарий, который определит, с каким оружием я буду проходить в этом видео, от генерала Марса. Здорово, Макс, можешь оставить кусариган, можешь взять кровавый жнец, а можешь взять серпы. Да, я думаю, что возьму серпы, ребят. Я напоминаю, ребят, если вы хотите, чтобы ваш комментарий попал в видео, тогда пишите, с каким оружием мне сражаться в следующей серии. И если ваш комментарий наберет много лайков, как вот у генерала Марса, как видите, у него 21 наш лайк, и он самый топовый. Но еще вы можете оказаться в топе, если сделаете на это видео лучшие моменты с тайм-кодами. Напишите в комментарии, я закреплю ваш комментарий в топе и, возможно, даже добавлю его в видео. Окей, давайте берем серпы. Так, давайте еще посмотрим, что у нас здесь с броней есть. Церемониальный доспех. Давайте его, наверное, возьмем, прокачаем. Что это? Возврат урона. Ну, хорошо, давайте его, наверное, оставим. Посмотрим, что у нас есть за шапка. Шапка-невидимка, церемониальная маска. Окей, давайте ее тогда прокачаем тоже. Устрашающая, страшная. Надеюсь, наши враги будут бояться этой маски. Так, тоже возврат урона. Хорошо, оставляем ее. Те же астероиды. Ладно, оставляем ее. Но можно попробовать прокачать. Давайте средний рецепт какой-нибудь прокачаем. Это оглушение. Ну, нет, оглушение мне не нравится. О, бомба. Наконец-то прокачала. Все, бомбу оставляем. Ну что ж, все, пошлите, ребят. Пошлите смотреть, что у нас тут будет. Во вратах теней. Мне уже не терпится узнать, что там с Мэй произойдет в бой. Ой, старый добрый друг, рысь! Давно не виделись, тень. Ты же не думал, что мы так просто оставим тебя в покое, правда? Оса, ё-моё, ребята, как я вас давно не видел. Все боссы теперь будут, все. На этот раз перед тобой все мы, все шестеро, мы остановим тебя. Тебе никогда не закрыть врата. Да что ты говоришь, моя хорошая? И даже жирная котлета, мясник здесь. Все, что останется от его жалкого тела, мое. Он так и норовит меня съесть, а? Вот жердяй. Ну что же, в бой, ребят, все боссы. Все боссы, Мэй против всех боссов. Это будет эпично. Ух, жестко. Жестко поехали. Музяка-то какая. Так, и оружие. Что вы, серьезно, без оружия против рыси? Еще бить не могу руками. Чисто ногами. Вы издеваетесь. О май гад, о май гад. Ладно, хорошо, рысеныш. Иди сюда. Мелкая ты пакость. Давай, давай, обибасами, Мэй. Ну, не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, он исчез. Он исчез, но он... Где-то здесь, он где-то здесь, я его чувствую, этот запах, потому что он обкакается сейчас, когда я его запинаю своими обибасами. Давай, иди сюда, а у меня есть магия, кстати, ну ладно, я не буду магию использовать на этого рыся. Ну, выноси, Мэй, отравление, серьезно, блин, на, держи, свертухи ушатал рыся. Ха-ха, хорошо, ну дайте только оружие хорошее какое-нибудь. Еще даже не пишут, что меня ждет вообще. Какое испытание, непонятно. Так. О, хорошо, серпы. Мои любимые серпы. Поехали, отшельничек. Ой, как отлично, бомба полетела. Давай еще. Есть, это перфект. На перфекте отшельника вынес. Вот это жесть. Так, мясник. Ну, с мясником, я думаю, должно быть попроще. Он слишком жирный. В него легко попасть. Но мне дали какую-то палку-махалку. Из мясника котлету выбивалку, сделалку, зажарилку, поджарилку. Ой-ой-ой, кровотечение, ты серьезно? Уйди от меня, жердяй. Блин, кровотечение, к такому я что-то не был готов. Ну ладно, давай, давай, давай. Ох, попал.
Блин, вот эта палка мне никогда не нравилась, у нее... Не-не-не, куда ты, блин, ты сейчас разрушишь этот мост, на котором мы стоим, держи! Хоп, хорош, хоп, хай-лай-лай. Нет-нет-нет, не попадаю. Ой-о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 й. Так, давай магия, что-то слишком тяжелый какой-то мясник оказался, нет. Ну, Нистаса добиваем. Блин, как же мало у меня здоровья. Я еще впереди оса и вдова, и сам Сёгун, ребят. Это будет тяжело. Это будет тяжело. Ты посмотри на мое здоровье, полоску здоровья. Она очень маленькая. А, хотя сейчас добавились серпы у меня опять. Отлично. Не-не-не-не-не. Оса. Да, отлично, попадаем. Оса, оса. А инвертированное управление, я думаю, что такое? Все, понял. Блин, не пишет еще. Поехали. Ой, хорошо-то как. Хорошо, ребята, хорошо сейчас. Сосой как-то быстро мы с вами разделались. Так, теперь вдова. Ух, блин, вдовы можно все что угодно ожидать. Так, ой-ой-ой, какое плохое оружие. Ну нет. Блин. Ой, попал. По-моему, я попал. Только попал я вдовы, по-моему. Она меня сейчас вынесет просто. Да нет. Посмотри, какая она резкая. Ой-ой-ой, жесть. Что происходит? Вы серьезно? Блин, магия... Нет. Неправильно. Магия не прошла. Ой, хорошо. Зажимаем ее в углу. И метелим. О, попал. Давай. Блин, нет. Надо было мне другое зачарование сделать, ребят. Это очень плохо. Нет! Магия. Ой, хорошо так. Валим. Ну. Да, блин, она восстанавливает хпшку. Так, отходим и... Давай, метеорит. Нет! Но она тоже промахнулась. Блин, она всю хп восстановила уже. Да что ж ты будешь делать? Ты серьезно, вдова? Ой, блин, как же сложно, а. Мне бы тоже... Восстанавливал бы какую-нибудь. Нет, магию не применяй. Да этот бой вообще кончится или нет? Ты посмотри, сколько ее можно метелить. Она восстанавливает и восстанавливает. Что? Нет, не восстанавливай, хватит, надоело. Да, от магии ушла, ты посмотри. Что происходит? Лол, хп, это ГГ. Прыгай, но. Нет, Мэй, как? Нет, не должно быть так. Это невозможно, я проиграл, что? Блин, ничего не буду менять, ребят. Ничего менять не буду, все. Я ничего не зачаровывал, не перезачаровывал. Как есть, так есть. Я могу, конечно, сейчас подобрать какой-нибудь крутой там сет, зачаровать оружие, но нет, будем так сражаться. Я хочу так, это вызов для меня. Я хочу победить. Ух, рысь, ты куда? Ты вернись, пожалуйста. Я же хочу тебя победить, ты куда улетаешь-то? Перфект. Отлично. Вылетел. Мне повезло, что сейчас у меня были серпы. Все, окей. Отшельник, ребят. Поехали. Ой-ой-ой, как же тяжело, а? Как же сложно, я не ожидал, что я проиграю. Опять серпы. Хорошо, так, какой у меня сейчас? Я даже не буду, наверное, смотреть. А у меня инвертированное, видимо, управление. Да, это опять перфект. Вот так-то. Вот что будет, если разозлить Мэй. Котлета. Котлетосина, иди сюда. Давай, с котлетой сейчас посмотрим, что будет. Главное, не давайте мне дурацкое оружие. Да, опять, ты посмотри, у меня нет ног, не могу бить ногами. Ну и да ладно, котлета я и без ног. На тебе, прожарочка, держи, бомба, взорвись. Третий перфект подряд, это просто, что я не понимаю. Третий перфект, ребят, троих боссов с тремя перфектами. То есть они мне вообще ни одного урона не задели. Ни царапины, как говорится. Так, с осой будет тяжело. Красная зона! Не-не-не-не-не! Какая красная зона, вы серьезно? Да какая красная зона? Это так тупо, три перфекта и красная зона! Бомжа, ах, ну все, вы разозлили меня, но теперь все. Больше вам не будет поблажек. Ах, спасибо, бомж, что скинул
мне свой клич в WhatsApp. Теперь я могу им пользоваться. Умри! Куда ты? Что это такое? Все, умер. Перфект. Все, ребятки. Все. Теперь я не дам им ни одной поблажки. Поехали. Все. Ух, самое главное, не отбирайте у меня оружие. Не отбирайте просто. Дайте, куда ты, старикашка? Полная букашка. А, темнота, да мне пофигу, я люблю темноту. Это лучшее, что может быть со мной. Давай, я голыми завязанными руками тебя одолею. Иди сюда, старикан. Думаешь, что, одел подноску-то на голову непобедимый, что ли? Нет, бро. До свидос. Котлетосина. Привет. Как дела? Как дела, бро? Чё молчишь? Чё ж ты такой? Глаза у него что-то побелели, покраснели. Окей, ладно, давай. Котлета, поехали. Ой, как хорошо. Так, что у меня тут? А, инвертированное управление. Ха-ха, да это изи. Вот так-то, подгорело. Подгорело, бомба в трусах делает свое дело. Пчела. Пчела. Сейчас я посмотрю, насколько ты любишь мед свой. Сможешь ли ты его защитить? Или я отберу у тебя твой вонючий мед. Твое жало тебе оторву. Давай, иди сюда, пчелка. Опять инвертированное управление. Да вы серьезно, вы шутите? Два раза подряд. Два раза подряд, только перфект может быть. Вот что. Ну и вдова, блин, это сейчас самый тяжелый мой враг. Ненавижу тебя, вдова. Ненавижу просто, самый тяжелый враг на сегодня. Ух, сегодняшняя серия и другие оружия. Ну почему на вдове постоянно другое оружие? На, да это даже хорошо. Это даже хорошо, молотки. Я сделаю как из мясника отбивную котлету из тебя. Вдовишка. Давай, давай, на этот раз не уйти тебе. Восстанавливай крупы. Куда ты восстанавливаешь? Хватит четерить, блин, достало. Достало. Иди сюда. Блин, лучше бы мне молотки на котлетосину дали. Да ты посмотри, опять четерит, а. Да хватит, а. Что ж ты будешь делать? Вот, да, одними и тем же приемами пользуется, алло. Вдовишка, ну-ка, умеришка. Слушай, ну как же она много восстанавливает, а? Красиво! Вот это красиво! Просто метеорит расплющил вдову. Окей, Сёгун. Ух, последний, ребят. Последний на сегодня, давай, все. Да, серпы, отлично! И полоска ХП почти полная! Не-не-не-не-не! Нет-нет, Сёгун! На, горит у тебя там что-то, пылает, полыхает! Я знаю, что это твой... Кардачело! На, держи! Ох, блин! Его... Ой, его приспешники! Нет! Дай мне ударить тебя! Опять что-то полыхает там у него! Ну все, отполыхало! Ха-ха-ха-ха-ха! Запечатано, распечатано, забито нафиг! Есть! Ух! Ух, жесть! Есть! Мы сильнейшие воины из тех, что видел этот свет. И мы не смогли победить тебя. Кто ты? Ни у кого в этом мире не может быть такой силы. Я непобедимая Мэй. Вот кто я. Это не конец. Однажды мы встретимся вновь, Мэй. А пока упивайся своей победой. Врата теней. Наконец-то. Их ужасный вид не для простых смертных. Теперь у нас есть все, чтобы закрыть их, за исключением одного. Лишь человек из плоти и крови может использовать печати. Я бы мог попытаться, но я слишком стар. И хотя я все еще способен разбить кирпич кулаком, сил в моем теле, скажем, все меньше. Не надо на меня так смотреть, ребята. Вы мне нравитесь, но я не готов ставить на кон свою жизнь или же становиться очередной тенью. Счастливо оставаться. Значит, осталось только я? Сенсейт, Пранира, Пнарира, Пранира. Сейчас нет времени. Каждому бояться только за свою жизнь. Нет. Ну и ладно. Кому нужна ваша помощь? Вперед. Вперед,
Мы должны идти. И они пошли. Да. И врата теней открылись. Разгневались небеса. И нет, Мэй! Ах, блин, за кого мы теперь будем играть? Как, если ее сейчас отберут, что? Нет! Мэй! Ах, жесть! Недолго тебе, Моргенштитан, осталось. Титан Моргенштитан. Нет, только не Мэй. Как так вышло? Что за ужас тут творится? Такого никто не ждал. Соболезную тебе, тень. Мне очень жаль твою подругу. Я так и знал, что все плохо кончится. Тебе, чтобы спасти Мэй, нам нужно открыть ворота. Сам не верю, что говорю подобное, но как нам это сделать? Печати. Похоже, они как-то связаны со своими бывшими владельцами. Нам придется заново встретиться с каждым. Может быть, тогда нам удастся сломать печати. Ты шутишь? А что я говорю? Конечно же, ты не шутишь. Кто у вас был первым в списке? Рысь? Думаю, стоит нанести ему визит. Блин, опять все заново. Интерлюдия, ребят. Настает интерлюдия. Я пытался купить нам немного провизии, а мне швырнули мои деньги обратно и потребовали убираться, пока я цел. Оказывается, в ходу новые платиновые монеты. Но я быстро нашел несколько местных недотеп и выменял у них старые деньги на новые, по неплохому курсу. Иногда я сам поражаюсь своим талантом. Неплохо ты получил новый уровень. Фу, хорошо, у нас 38-й левел, ребят. Так, и новые какие-то... видать, пассивки у нас. Зеркало, блокирование удара противника и брокколи. 10% шанс избежать смертельного урона, восстановив 25 здоровья. Ну, наверное, зеркало возьмем. Не знаю, что бы это значило. Так, здесь у нас маршал, завоеватель, профессионал, мастер. Запечатано. Забираем все награды. Окей. Так, что у нас за оружие? Надо скачать. Давай, скачаем. Интерлюдия. Офигенно. Так, пошли оружие смотреть. Что нового? Пиявки. Моргенштерны! Моргенштерны, прикинь, если мы Титана Моргенштерна будем фигарить Моргенштернами. Это будет вообще офигенно. Нет, ну я хочу взять булатные сабли. Вот, булатные сабли — офигенная вещь. Ну и я напоминаю, ребят, пишите в комментариях, какое оружие мне взять в следующем видео. И тот комментарий, чей больше наберет лайков, я, естественно, добавлю в видео. Ну и также вы можете попасть в топ комментариев, если сделаете тайм-коды на лучшие моменты в этом видео. Я прикреплю ваш комментарий в самом верху, и вы будете всегда в топе под этим видео. Что у нас здесь? Возврат урона — дурацкая вещь. Да, лучший щит. Так, что у нас есть с вами? Заказка. Гексапод какой-то. Ладно, окей. Возьмем гексаподик. Зачарован мокрого течения. Хорошая вещь. Блин, магию так новую мне... А, нет, дают ударная волна. Отлично, классная магия. Мне она очень нравится, потому что она такая быстрая, хлесткая. Пошли посмотрим, что у нас там. Рысь. Победи демона рысь, чтобы сломать печать. Выживание. Все то же самое. А ну-ка. Опять ты? Собираешься открыть ворота еще раз? Нет. Только не это. Ой, заново, прикинь. Заново надо всех. А, в этот раз мы должны всех одолеть, по-моему, нет? Ребят, я уже не помню, как это делается. Сейчас будем вспоминать. Ну, у нас немножко нелогично. У нас Мэй похитили, а это Мэй осталось. Я не знаю, как это произошло. То есть мы продолжаем все-таки играть за Мэй. Вот. Прикольно. Да? Немножко, смотри, логику потеряла у нас. Смысл видео потерялся. Мы похитили, и мы за Мэй играем. Что? Как это? Клон? Это клон Мэй. Да, это клон. Все, окей. Похитили нашего клона, на самом деле. Нашу сестру Мэй. Во! Я сочинил, смотри, на ходу. Видал, сочиняю новый сценарий для видосиков. А у нас, смотри, у нас, получается, похитили сестру Мэй. Они, как они, близнецы. Да, близнецы ее похитили, сестру, и теперь Мэй будет
разыскивать свою сестру-близняшку. Вот, все, у нас сложился пазл. Все, отлично. Мы сейчас будем искать свою сестру-близняшку. Ну а пока уничтожаем на изи иглу. Надеюсь, на изи? Нет, не на изи. Да что ж ты будешь делать? Ты серьезно? Ты серьезно против Абибаса? Нет приема другого. Если только нет Абибаса, вот так. Хорошо, красиво. Сколько я раз уже выполнял этот трюк, и все равно мои враги ведутся на него. Раз за разом. Раз за разом. Окей. Ух, призрак. Самый тупой телохранитель рыси. Потому что я сражался, говорит, там с тенью, что-то там. А, сражался, говорит, один раз я, говорит, сражался с рысью, а вот когда, говорит, и проиграл, короче. А когда, говорит, там что-то открыл глаза, то увидел, что это было всего лишь пугало. То есть он сам признался в том, что он самый неудачный боец. Самый неудачный телохранитель. Окей. А, на изи призрака победили. Блин, ну тяжело, кстати. Щегол. Давай, щегольчик. Давно мы не виделись. Блин, так рад вас всех, ребят, я видеть. Вообще. Ну, походу, у меня зависла игра. Да. Такое, к сожалению, бывает и очень часто почему-то, не знаю. Я стараюсь на монтаже это все вырезать, но вот на этот раз, наверное, так и оставлю. Я думаю, что пора завершать эту серию, ребят. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что поставили лайк. Спасибо тем, кто создал тайм-коды в комментариях. И лучшие моменты там какие-то... Ну, как вы там напишите, опишите. Лучший, короче, комментарий я закрепляю в топ. Ну, а с вами был Максим, Май, Shadow Fight 2. Пока.